Николай Семенович Лесков. Удивительный, своеобразнейший писатель. Ни на кого, ни на что не похожий. Ну, вообще-то, конечно, каждый художник своеобразен и не похож ни на кого, но Лесков порою резко выбивается из общего ряда. Вообще, конечно, такого уровня писатель в любой другой литературе был бы звездой первой величины. А вот у нас он как будто бы, да, классик из первых, но немножечко отступает вот от того уровня, от того ряда, на котором стоят Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский. Лесков родился в 1831 году, умер в 95-м. И среди всех писателей он выделяется еще и тем, что он сам не сразу, в общем-то, определил свой путь, свою литературную стезю. Он вошел в литературу, когда ему было уже 30 лет, и как бы для самого себя совершенно неожиданно. Чтобы понять своеобразие лесковского мировидения, мироотображения, надо посмотреть, а вот что, какие основы характера были заложены в самом детстве его. Лесков принадлежал к роду, который на протяжении многих поколений относился к духовному сословию. Но вот эта преемственность прервалась на отце Сергея Дмитриевича Лескове. При том, что он вначале учился в семинарии, и как будто бы все определяло именно вот это движение опять по той же духовной стезе, но слишком своеобразен был характером этот человек, и как сам Николай Семенович позднее писал, что он был непреклонен в своих намерениях и ни за что не хотел надеть рясы, к которой всегда чувствовал неодолимое отвращение, хотя был человек очень хорошо богословски образованный и истинно религиозный. Вот это поразительно. Богословски образованный, религиозный истинно, а тем не менее отвращение к рясе. И очень резкое изменение своей собственной жизни, собственной судьбы, а через это и судьбы своего сына. «Меня с детства научили любить Христа». Об этом опять-таки пишет сам Николай Семенович, позднее в автобиографической заметке. Но что значит любить Христа? Любят Христа все христиане. Православные, католики, если это настоящие христиане, и протестанты. Каков вообще тип миропостижения, мировидения у отца, который он передал своему сыну? Был ли отец православным вот по самому характеру видения мира, понимания мира? Понимание своего места в вере, в религии. Вот что пишет об этом, опять-таки, в автобиографической заметке писатель. «Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком». Вот здесь мы даже должны остановиться. Примирить веру с рассудком. Мы знаем вообще, вот порой непримиримые противоречия одного и другого определяли своеобразное миропонимание многих и многих, не только художников. Мы можем вспомнить, что вот на этом непримиримом для него противоречии как бы сломался в своем мировоззрении Лев Николаевич Толстой. Что значит примирить веру и рассудок? Тут есть два пути. Можно подчинить веру рассудку,
считая, что она нечто вторичное по отношению к нему, и наоборот, рассудок подчинить вере. Вот что в данном случае было у Лескова, и что потом определило особенности его творчества? Итак, раннее примирение веры с рассудком, я думаю, что тут многим обязан отцу. Матушка была тоже религиозна, но чисто церковным образом. Она читала дома акафисты, и каждое первое число служила дома молебны, и наблюдала, какие это имеет последствия в обстоятельствах жизни. Отец ей не мешал верить, как она хочет, но сам ездил в церковь редко и не исполнял никаких обрядов, кроме исповеди и святого причастия, о котором я, однако, знал, что он думал. Кажется, что он творил сие в его, то есть Христа, воспоминания. Ну, по-моему, этим уже все сказано. Перед нами явная склонность к протестантскому типу религиозности. Далее. Ко всем прочим обрядам отец относился с нетерпеливостью и, умирая, завещал не служить по нему панихиду. Вообще, он не верил в адвокатуру ни живых, ни умерших. И при желании матери ездить на поклонение чудотворным иконам и мощам, относился ко всему этому пренебрежительно. Чудес не любил, разговор о них считал пустыми и вредными, но подолгу маливался ночью перед греческого письма икону и Спаса Нерукотворенного, и, гуляя, любил петь «Помощник и покровитель» и «Волною морскою». Он, несомненно, был верующий христианин, но если бы его взять и поэкзаменовать по катехизису Филарета, то едва ли можно было бы его признать православным. И он, я думаю, этого не испугался бы и не стал оспоривать. Мы видим, что в отце вера явно подчинена рассудку. То, что характерно для протестантского типа религиозности. И вот в какой-то мере бессознательно, ведь ребенок впитывает это иногда из самой атмосферы, в которой он живет, воспитывается. Так вот, в какой-то мере это бессознательно воспринял и Николай Семенович, что потом отразилось в его творчестве. Лесков родился в Орле. И очень яркое впечатление оставило в этом мальчике общение с так называемой поповкой. Что это такое? Орел – губернский город, епархиальный центр, а в синодальный период, как известно, в значительной степени управляла всей церковной жизнью консистория, какая-то церковная канцелярия, и в каком-то смысле и архиерей был зависим от консистории. И очень часто консисторские чиновники, а ведь чиновник, тут неважно, в рясе он, в военном мундире, в сюртуке или в каком-то мундире гражданском, он всегда остается чиновником. И вот это вот чиновничье бытие часто искажает характер человека. Вот чиновники консистории считали себя полновластными хозяевами в епархии и властелинами, начальниками над теми, кто направлял духовную религиозную жизнь народа. И это отражалось в судьбе духовенства печальным образом. Вот один пример. В одном из приходов священник в проповеди, как на добрый пример, указал на одного прихожанина, который взял на воспитание сироту. Ну, кажется, хорошее дело, и этому порадоваться только надо. Но местный богатей воспринял это как упрек ему и написал донос в консисторию. Ничего лучше не могли придумать чиновники, как вызвать этого священника
Лесков наблюдал, как они как бы выдерживали человека, которого вызывали. Вот приезжает и жди, пока тебя не позовут. Месяц, иногда два. А вообще-то, особенно сельское духовенство известно было, это люди были очень-очень небогатые. И они вот поиздерживались полностью, иногда просто уже голодали, выжидая, когда, наконец, их призовут. А бывало так порою, призовут всего на какое-то недолгое время, что-то скажут и отправляйся обратно. И вот то же самое произошло и с этим священником. Долго его выдерживали, а потом дали строгий нагоняй. Вот это тоже повлияло на характер отношения Лескова к церковной жизни. Он столкнулся вот прежде всего с этими отрицательными сторонами вот этого консисторского управления, и это не могло вызвать в нем приязни к церкви. При том, что, интересно, в раннем детстве, наслушавшись разговоров о том, что Христа погубили архиереи, он еще мальчиком вот воспылал какой-то неприязнью к архиереям. Хотя, конечно, те архиереи, которые погубили Христа, и архиереи Русской Православной Церкви, все-таки не одно и то же, понятно, но вот в детском сознании это как-то совместилось, и в значительной степени потом отразилось и опять в творчестве Лесковском. И Лесков по своему характеру был человеком, с одной стороны, вот, независимым, не желавшим подчинять себя каким-то установившимся порядкам, потому что для него порядок – это всегда какое-то ограничение свободы, нарушение свободы. Он решил стать свободным человеком, очень быстро освободился от всех внешних каких-то пут и начал с того, что бросил гимназию. И, по сути, не получил никакого серьезного образования. Все дело в том, что какое-то вот самообразование, конечно, было у него, он этим занимался, но это самообразование было хаотичным, бессистемным. Он занимался без наставника, и поэтому, вот если даже только перечислить, что он прежде всего читал, Фейербах, Бюхнер, Мелешот, Прудон, Вольтер, подаённый Шевченко, как он пишет. Ну, вообще, надо сказать, все имена-то не первого уровня, несколько поверхностные мыслители. И он сам пишет, шла азартная переоценка многого исценившегося ранее. Все мешалось, бродило, старое отмирало, новое не отстаивалось. Наступали годы, в которые творилось такое, что никто не знает, было не до религии. Ну, Фейербах, Вольтер... Особенно Фейербах, по сути, богоборец, так же, как и Вольтер. Вот интересно, потаённый Шевченко. У нас сейчас об этом стараются не говорить, а ведь Шевченко не только революционный демократ, но и откровенный ярый русофоб. Это тоже не могло не повлиять в какой-то степени на мировидение Лескова. И для Лескова, вот как он перечисляет, в одном ряду стояли авторитеты таких мыслителей. Вот, внимание, Сократ, Сенека, Платон, Христос, Ориген, Шопенгауэр, Лев Толстой. Вот в середине этого ряда, включение в этот ряд, мы слышим имя Христа. А тут и античные философы, и... еретики, вот вроде Льва Толстого. И поэтому Лесков очень рано пришел вот к какому своеобразному выводу. Бог есть, но не такой, которого выдумала корысть и глупость.
Вот тут надо сказать, он, конечно, подозревал, подразумевал православие, православную церковь. В этакого Бога, если верить, то, конечно, лучше, умнее и благочестивее совсем не верить. Но Бог Сократа, Диогена, Христа и Павла, он с нами и в нас. Он близок и понятен, как автор актеру. Такое своеобразное и, можно сказать, смелое вообще-то сопоставление автор-актеру. Человека приравнивает к актеру, который исполняет роль некой пьесы, написанной автором Богом. А с другой стороны, мы можем сказать, что вот некорректно вообще говорить о единстве Бога Сократа, Диогена, Бога Павла и Христа. Тут совершеннейший хаос, конечно. Но это то, на чем строится мировоззрение Николая Семеновича Лескова. А с другой стороны, Лесков, который рано бросил гимназию и должен был каким-то образом обеспечивать свое существование, он пошел служить. Причем в основном он служил в каком-то государственном учреждении, хотя и это было, а все больше в частных компаниях, свободным предпринимателем, как теперь бы сказали. И род деятельности, род занятий его был таков, что он вынужден был просто очень много ездить, то, что мы сейчас называем командировки. Вот в командировке в одно место, в другое, объездил очень многие места, многие земли. И вот это, конечно, в значительной степени определило его писательское поприще. Вот когда-то еще Николай Васильевич Гоголь говорил о том, что писатель для того, чтобы узнать Россию, он должен проездиться по ней. Вот Лесков, он это и сделал, он проездился по России. Причем вначале вовсе не имея такой цели перед собой собрать материал для своего писательского, дела. Просто ездил по долгу службы, а где-то там в сознании, в подсознании накапливался богатейший материал. Простонародный быт я знал до мельчайших подробностей и до мельчайших же оттенков понимал, как к нему относятся из большого барского дома, из нашего мелкопоместного курника, из постоялого двора и из поповки. Народ просто надо знать, как самую свою жизнь, не штудируя ее, а живучи ею. Я, слава Богу, так и знал его, то есть народ, знал с детства и без всяких натуг и стараний. И далее. Я смело, даже, может быть, дерзко думаю, что я знаю русского человека, в самую его глубь, и не ставлю себе этого ни в какую заслугу. Я не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками, а я вырос в народе, в гостомельском выгоне с казанком в руке. Я спал с ним на росистой траве ночного, под теплым овчинным тулупом, да на замшаной панинской толчее за кругами пыльных замашек. Там мне непристойно не поднимать народа на ходули, не класть его себе под ноги. Я с народом был свой человек, и у меня есть в нем много кумовьев и приятелей. Вот еще раз скажем, он изъездил Россию в разнообразных направлениях. Это ему дало такой обильный материал, что обеспечило на долгие годы писательского творчества. И когда его спрашивали, откуда он берет вот этот богатейший материал, он, показывая себе наглу, стучал по лбу и говорил, вот все из этого сундука. Да, вот в этот самый сундук много отложилось, потому что вот эти вот постоянные поездки продолжались не год и не два, а более десятилетия. Жизненный опыт – это вещь необходимая, но, конечно, необходимо еще и иметь вот Божий дар.
И Лесков этот Божий дар, несомненно, получил. Правда, и его вот писательское дарование как бы было несколько хаотично. О нем сказал один остроумный критик: безмерный писатель, то есть писатель, который не знает чувства меры. Вот, то, что в нем как бы перехлестывает через край, неупорядоченно. И это создает иногда впечатление такого писательского дилетантизма, что является тоже одной из своеобразнейших черт Николая Семеновича Лескова. Первые его, значит, писательские опыты – это не художественная литература, а публицистические статьи. Ну, например, вот он, самая первая публикация в 1961 году – «Очерки винокуренной промышленности в Пензенской губернии». И вот писал он, значит, темы его, если перечислить, значит, народное пьянство, торговая кабала, раскольничьи браки, колонизационное расселение малоземельного крестьянства, поземельная собственность, народное хозяйство, лесосбережение, дворянское земельное судо, женская эмансипация, народная нравственность, привилегии, народное здоровье, уравнение в правах евреев и так далее. Вот многие и многие темы он поднимал в своих публицистических статьях, ну и потом, может быть, естественно это, решил попробовать себя и в художественном творчестве. Написал несколько рассказов, вначале, конечно, не вполне совершенных, как это часто бывает, когда писатель еще только пробует себя. И очень скоро приступил, это весной 1863 года, к своему первому большому роману, который назывался «Некуда». «Некуда». Мы можем вспомнить, что вот за год до этого, в начале 1862 года, появился, наделавший много шума, вызвавший всеобщий интерес, роман Ивана Сергеевича Тургенева «Отцы и дети», где Тургенев вывел впервые в русской литературе революционера-нигилиста. И вот эта фигура настолько была нова, неожиданная, но и настолько тесно связана с жизнью, что очень-очень многие писатели откликнулись на это. Потому что ведь эти люди, они не выдуманы были Тургеневым, они вот тут рядом были. Они начинали свою разлагающую на народную, общественную жизнь деятельность. И по-разному, поэтому разные писатели относились к ним. И в основном, надо сказать, русская литература дала отрицательное отношение к революционеру-нигилисту. Это к ее чести. И появился своеобразный жанр, который называют так антинигилистический роман. То есть роман, произведение, в котором дается образ революционера-нигилиста, но показывается вся вот та вот дурная, негативная сторона жизни и деятельности этих людей, характера этих людей. И одним из первых, кто дал антинигилистический роман, вернее, он даже два романа написал, это был Николай Семенович Лесков. Вообще вершина антинигилистического романа – это, конечно, «Гениальные бесы» Федора Михайловича Достоевского. Но «Бесы» написаны через 10 лет еще. А вот здесь, в первой половине 60-х годов, выступает со своим романом «Некуда» Николай Семенович Лесков, который вначале пишет под псевдонимом. Псевдоним Стебницкий, вот каков
значит, псевдоним его был. И надо сказать, что вот само название «Некуда», некуда идти этим людям, они не знают пути подлинного, они ведут куда-то за собой, хотят куда-то вести, а куда? Куда они идут и куда ведут? А им идти-то некуда. Нужно сказать, что вот этот роман, он в значительной степени определил судьбу Николая Семеновича Лескова, потому что он в полной мере, наверное, ни одного писателя даже сравнить с ним нельзя, включая здесь и Достоевского, он в полной мере познал, что такое либеральный террор. Потому что на него со всей жестокостью обрушилась либеральная литературная критика. Вот что писал Писарев, который был властителем дум того времени. Меня очень интересуют два вопроса. Первое. Найдется ли теперь в России, кроме русского вестника? Ну, русский вестник, это как-то на нем уже так ярлык был, значит, навешан реакционный вот журнал. Хотя, надо сказать, русский вестник вообще был лучший толстый литературный журнал XIX века. Никакие современники отечественные записки в сравнении с ним не идут. Все великие шедевры русской литературы, значительнейшие, почти все, тут и «Война и мир», и «Анна Каренина», и там «Преступление и наказание», и другие романы Достоевского, и Щедрина, и, как, тут, и те же самые «Отцы и дети». И все было в русском вестнике. Но передовая критика, что так на русский вестник рукой махнула, ну, чего с него взять, вот найдется ли теперь в России, кроме русского вестника, хоть один журнал, который осмелился бы напечатать на своих страницах что-нибудь выходящее из-под пера Стебницкого и подписанное его фамилией. Второе. Найдется ли в России хоть один честный писатель, который будет настолько неосторожен и равнодушен к своей репутации, что согласится работать в журнале, украшающем себя повестями и романами Стебницкого? Это называется вообще-то остракизм. Это называется приговор. Ведь все дело в том, что Лесков выбрал для себя путь литератора, и вот занятие литературой становилось для него единственным источником существования. А чтобы получать вот за свой труд, писатель должен печататься. А если вот так по приговору Писарева все журналы, вся эта так называемая передовая пресса отвернулась от Лескова и не пропускала на своей странице ничто из написанного им, а на что было жить? Даже вот это, кроме того, для писателя, конечно, важно. Иметь какой-то отклик, публиковаться, а не просто в стол. 20 лет кряду гнусное клеветание нес я, и оно мне испортило немногое, писал Лесков. Только одну жизнь. Кто в литературном мире не знал, не может быть, не повторял этого, и я ряды лет лишен был возможности работать. И все это по поводу одного романа «Некуда», где просто срисована картина развития борьбы социалистических идей с идеями старого порядка. Там не было ни лжи, ни тенденциозных выдумок, а просто фотографический отпечаток того, что происходило. Вскоре он написал еще один, еще более злой антинигилистический роман «На ножах», где показал не только новых людей, вот эти новые люди вслед за Чернышевским стали, так сказать, называть революционеров и нигилистами, и новыми людьми. Ну, новые люди – это с таким оттенком комплементарности. Лесков показал отвратительную физиономию и новых людей, и новейших. Новые люди еще имели какие-то предрассудки, какие-то идеалы, еще думали о счастье народа и прочем, хотя не знали, что такое это счастье народа, не знали. И, говоря словами того же Лескова, были знакомы с народом по разговорам с петербургскими извозчиками.
Вот. Но все-таки эти люди вот имели что-то доброе вот в своих стремлениях. Новейшие люди, которые пришли им на смену, и которые оттеснили их с арены общественной жизни, эти новейшие люди были просто отвратительны, они были циничны, они уже не имели никаких идеалов, они знали только одну цель – собственную выгоду. Но демагогически использовали вот все то, что было связано с этой революционной фразеологией. Надо сказать, что Лесков в своих романах очень похоже изобразил многих своих знакомых. Тут у него еще одна была цель. Он решил отомстить в литературной форме тем, кто разрушили его семейную жизнь. Вот у него первый брак был очень неудачен, и отчасти у него у самого был характер, что говорится, не сахар, но и вмешались некоторые посторонние силы, и прежде всего писательница Евгения Тур. Значит, на самом деле ее звали Салис де Туренмир, значит, графиня. Вот. И Лесков решил, значит, отомстить. И так изобразил вообще всех этих людей, что, конечно, тоже не вызвало к нему симпатии у тех, кто узнал себя в этих самых изображениях. Вот, например, как он изобразил эту самую Евгению Тур, она графиня, он ее как маркизу изобразил. Значит, очень, надо сказать, злое, остроумное, вот, изображение такое, которое, конечно, не могло не вызвать негодования у той, которая себя узнала. И чтобы понять вообще вот мастерство, сатирическое мастерство Лескова, надо познакомиться вот с этим изображением. Надо сказать, что как сатирик в значительной степени Лесков не уступал и Салтыкову-Щедрину. Маркизе было лет под 50. Теперь о ее красоте, конечно, уже никто и не говорил. А с молоду рассказывали, она была очень неавантажна. Маленькая, вертлявая, сухая, с необыкновенно подвижным лицом, она была весьма непрезентабельна. Рассуждала она решительно обо всем, о чем вы хотите, но более всего любила говорить о том, какое значение могут иметь просвещенные содействия или просвещенные оппозиции просвещенных людей, стоящих на челе общественной лестницы. Маркиза не могла рассуждать спокойно и последовательно. Она не могла, так сказать, рассуждать рассудительно. Она, как говорили поляки, зайца имела в голове. И этот заяц до такой степени беспутно шнырял под ее черепом, что догнать его не было никакой возможности. Даже никогда нельзя было видеть ни его задних лапок, ни его куцого поджатого хвостика. Беспокойное шныряние этого торопливого зверька чувствовалось только потому, что из-под его ножек вылетали чела общественной лестницы и прочие умные слова, спутанные в самые беспутные фразы. Конечно, вот такое прочитать о себе, ну и, понятно, можно автора возненавидеть на всю оставшуюся жизнь. Надо сказать, что еще одна причина была, по которой революционная общественность в какой-то степени возненавидела Лескова. В мае 1862 года начались знаменитые петербургские пожары. Загорелся Апраксин двор. Апраксин двор, ну, если так, в современных понятиях, это большой торговый центр. Громадный квартал, там обилие магазинов, лавочек, складов, чего там только нет. Он, кстати, и до сих пор функционирует, недалеко от гостиного двора, в самом центре Петербурга. И вот начались пожары, причем так, что загоралось во многих местах. В одном месте тушили, загоралось рядом. И над Петербургом стоял удушающий дым. Полиция не знала, что делать, оказалось, почувствовала себя бессильной. Вот всеобщее какое-то возбуждение, ощущение тревоги. Ну и, естественно, где причина? Причины, собственно, две называли. Это проворовавшиеся купцы,
Но тут вот не бывает так, если кто-то проворовался, но, может быть, свою лавочку-то подожжет. А так, чтобы последовательно там, сям, в разных местах, такого сговора быть не могло, и если бы был сговор, полиция это бы очень быстро обнаружила. А второе – студенты. Причем, когда говорили «студенты», то под этим подразумевалась именно вот, революционная молодежь. И Лесков написал по этому поводу одну небольшую заметку, статью, в которой он высказал очень простую мысль, что вот действительно вот эти вот ужасные события и подозрения и обвинения на студенческой молодежи полиция должна расследовать. И если обвинение несправедливо, надо это обвинение снять. Если виноваты, то значит виноватых, соответственно, наказать. Ну, кажется, что здесь такого страшного? Логично, да, действительно. Но вот тут-то либералы и демократы озлобились очень и очень. Давайте подумаем, почему. Вот если против человека какие-то обвинения возникают, а он не виноват, то в его интересах, конечно, чтобы тут же расследовали, сняли все обвинения и подозрения. А вот если он виноват, то всякий, кто будет требовать расследования, будет восприниматься им уже как противник, враг. Федор Михайлович Достоевский очень хорошо понял, какова подоплека всех этих событий. И он пошел к тому, в ком видел источник всего этого, к Николаю Гавриловичу Чернышевскому. К слову сказать, Чернышевский был арестован вскоре именно после вот этих событий. Полиция вела за ним давние наблюдения и выявила нелегальную организацию «Земля и воля». Надо сказать, что вот эти люди считали, что в России уже вот Россия как такой вот пороховой погреб. Маленькая искра, и сейчас все взорвется, начнется революция, и все перевернется. А они же были идеологи именно революционной борьбы, революции. И, скорее всего, для них вот эти вот пожары и мыслились как такая искра, которая сейчас должна все, сказать, и зажечь. Если это так, то мы можем сказать, что перед нами первый пример массового терроризма. От того, что мы сейчас знаем очень хорошо. Ну, правда, там школы они не захватывали и дома не взрывали. А вот красного петуха пустить догадались. И поэтому, когда Лесков призвал расследовать это, то по отношению ко всему прочему, по всему этому прочему Лескова стали, так сказать, ненавидеть еще больше. Просто приткнуться некуда тому, кто написал «некуда», так каламбурил сам Лесков, жалуясь на свое положение. Но так или иначе, характер-то у него был упрямый. И склоняться вот перед этой самой общественно-демократической деспотией он не хотел и не мог. И он продолжал вначале то, с чего начал. Он написал роман, вскоре роман «На ножах». «На ножах» – вот в полной вражде находятся эти самые люди, новые, новейшие. Но все-таки, конечно, Лескову важно было найти и что-то, как всякому человеку, и доброе, и положительное, не все же вот только так худо. А надо сказать, что он очень много вот выпускает и произведений в малой форме, там рассказов, повестей, где показывает очень страшные какие-то стороны русской действительности. Ну, вспомним хотя бы его повесть «Леди Макбет Мценского уезда». Люди, которые дошли уже до звероподобного состояния, которые в угоду своим низменным страстям готовы не останавливаться ни перед чем,
и перед каким убийством. И совершают несколько убийств, даже убийство ребенка. А потом, в конце концов, Катерина Измайлова убивает и изменившего ей любовника, молодого парня, и потом кончает сама свою жизнь самоубийством. Вот страшная вообще картина российской действительности. Но что же все-таки может каким-то образом быть противопоставлено всей вот этой вот темной стороне действительности? Лесков как человек, как писатель ищет. И он вскоре приступает к созданию одного из своих шедевров, знаменитому роману «Соборяне», который вначале назывался «Чающие движения воды». Ну, «Соборяне» это название отражает как бы тему содержания произведения. Здесь рассказывается о церковном клире, о притче, о служителях городского собора, города Старгорода, ну, название условное. Вообще-то, конечно, это орел. Естественно, Лесков описывал то, что он знал, и орловский, так сказать, быт, орловскую действительность отобразил очень точно. И вот это первоначальное название, конечно, все сразу узнали цитату из Евангелия. Это Евангелие читается на всех водосвятиях, мы это хорошо знаем. Чающие движения воды, то есть чающие, как это понимает Лесков, чающие исцеления, чающие каких-то добрых перемен в жизни. Вот откуда это самое исцеление, откуда эти перемены могут прийти? Вот Лесков обращается именно к церковной жизни вначале. Все-таки не только дурное видел он, общаясь с духовенством там, в этой самой Поповке. Как раз с одной стороны для Лескова было вот ненавистно, потому что он видел отражение всего этого, вот это консисторское правление. А с другой стороны, он в живом общении вот с этими сельскими батюшками, которые приезжали, ожидая своей участи, значит, расправы, бедствовали там, в Поповке, вот в этом общении он увидел многие-многие добрые, хорошие, удивительно чистые, светлые характеры. И вот они-то и есть прежде всего, чающие движение воды. Они ждут, передавая вот это вот чувство ожидания своей паствы, вот ждут этого обновления. Роман «Соборяне» имеет особую, значит, как бы и роль, сыграл особую роль в истории русской литературы. Потому что в этом романе впервые была показана жизнь духовного сословия. Мы можем вспомнить, что русский реализм изначально, при возникновении своем, когда он еще назывался натуральной школой, ставил перед собой задачу показать то неведомое, что есть в русской жизни, и что прежде литература, искусство просто игнорировала, чем пренебрегала. И начинаются вот как бы такие открытия, которые сейчас нами, может быть, до конца и не могут быть поняты, поскольку мы-то к этому привыкли. А тогда это только начиналось. Поэтому, когда появились записки охотника Тургенева, то это было настолько неожиданно, что многие просто были поражены как открытием. Вот крестьянки любить умеют. Это не Карамзинское все-таки открытие, а именно открытие Ивана Сергеевича Тургенева.
Или вспомнить еще известнейший пример, вот Островский Александр Николаевич, Колумб Замоскворечья. Вот как будто как Америку открыл. Вот жизнь этих самых купцов, которые не где-то за 3-9 земель, а вот здесь рядом, перед глазами. Но общество не знало этого, не понимало, не чувствовало. А вот литература теперь впервые это все раскрывает. И заслуга Лескова в том, что он, наряду с прочими русскими писателями, был тоже вот таким же первооткрывателем. Только он не крестьянскую, не купеческую, не какую-то иную жизнь открыл, а он открыл жизнь русского духовенства. При том, что вот изображает церковную жизнь, Лесков и противопоставил то, что как бы вошло ему в душу еще в его детстве. Он показал прекрасные характеры русских священников. И прежде всего, конечно, центральный персонаж романа «Соборяне» соборный протопоп Савелий Туберозов. Колоритнейшая фигура диакона Ахиллы. Надо сказать, что этот человек имел реального прототипа, этот персонаж имел реального прототипа. Когда-то Лесков познакомился с ним еще в Киеве, где одно время он служил. Служил во многих местах, и в том числе вот в Киеве. Киев знал замечательно, поэтому события многих произведений Лескова, они происходят именно в Киеве. Ну, тот же запечатленный ангел, о котором еще будем говорить. Так вот, с одной стороны, да, это замечательные люди, которые могли бы дать очень много доброго. И они ждут вот этого обновления жизни. Но мертвящая, сказать, казенная вот эта вот консисторская жизнь все гасит, все убивает в зародыш. Ну, например, очень сильны были раскольники в городе Старгороде, и значит, протопоп Савелий решил бороться вот с этим для православной церкви, сказать, противником и злом. Ну, прежде всего, конечно, сказать, в своих проповедях, в обращении к пастве. Так что же, консистория, кажется, должна бы поощрить? Нет, он был наказан. Или вот его сокрушение по поводу роли поляков в жизни города. Надо сказать, что вот именно в это время, во второй половине 60-х годов, после польского восстания, поляки были многие как бы высланы в глубину России, там, значит, вот по разным городам и весям существовали, конечно, внося вот в сознание общества какие-то бунтарские революционные идеи, будоражили в нехорошем, в темном смысле общественное сознание. И это, конечно, была вообще-то ошибка российского правительства. При том, что нужно бы поставить все точки над «и». Иногда вот о поляках, вот об этих самых польских восстаниях говорят как о борьбе, значит, за свободу, вот, как о национально-освободительном движении и так далее. Надо сказать, что это совершеннейшая ложь, которая как раз возникла еще тогда, в глубинах XIX века. Очень много постарался в этом отношении Александр Иванович Герцен. На самом деле ведь поляки ни за какую, ни за свободу боролись вот в этом революционном понимании, потому что известно, Польша имела самую либеральную конституцию вообще во всей Европе, которую дал ей Александр I. Двигала вот этими самыми восставшими совершенно иная идея. Идея Великой Польши. Идея создания громадного государства, которое включало бы в себя все те земли, которые когда-то принадлежали и Польше, и Великому княжеству Литовскому, с которым у Польши была уния. А можно, например, вспомнить, что одно время граница между Московским княжеством и Великим княжеством Литовским проходила между Можайском и Вязьмой. То есть примерно где-то на 150, ну немножко, может быть, больше верст от Москвы.
все, уж я не говорю там украинские, сказать, белорусские земли, но и все смоленские земли, вплоть вот почти до Можайска, должны были войти в состав этой самой Великой Польши, ради которой, собственно, и поднимались все эти самые восстания. И, естественно, подавление подобных восстаний – это не подавление свободолюбивой борьбы, а это акт, сказать, государственной мудрости. Но вот не хватило мудрости на то, чтобы вот этих самых поляков не рассеять по всей России, где они вносили много смуты, так сказать, в умы. И вот это очень хорошо понимает Савелий Туберозов, который хочет что-то противопоставить вот этой самой заразе, антирусской заразе, надо сказать. Хотя передовое русское общество, надо прямо сказать, нарушая национальные интересы русского народа, оно очень сочувствует этим самым полякам. Так вот, Савелий Туберозов хочет что-то противопоставить, бороться с этим. И опять-таки получает отпор со стороны власти. Власть наказывает вот за то доброе, что хочет этот чающий движение воды. С другой стороны, те же самые нигилисты. Нигилисты, которые тоже действуют, и которые действуют очень хитро. Они понимают, что одна из главных вот, угроз для них – это вера, это православие, это русская церковь. И поэтому они всячески стараются ослабить влияние церкви. Они действуют самыми нечистоплотными средствами, клеветою. Ну а, собственно, к чему они сами как бы ведут людей? Вот один очень такой характерный пример. Там среди прочих нигилистов в романе «Соборяне» изображен такой учитель Препотенский, который вот решил преподать своим ученикам урок атеизма и повел их, ничего лучше не мог придумать, в анатомический театр. То есть в мертвецкую, где там вот заставил их наблюдать, значит, анатомирование трупа. Вот, значит, вскрывают, там режут, вообще хорошее зрелище для детей. А затем, когда, значит, возвратились они в школу, он задает им вопрос. Ну что же, вот вы все видели? Они, да, говорят, все вот видели, значит, рассказывают, обсуждают. Ну, а вот душу-то вы видели? Ну, а, естественно, дети говорят, что никакой души они вот пока там резали труп не видели. Ну, так значит, души и нет. Вот это примитивная логика. Надо сказать, что даже на логическом уровне порочная, поскольку все-таки режут труп, какая же там душа у этого самого мертвеца. Но понятно, что как ты не режь там труп или даже, не дай бог, живого человека, никакую душу все-таки не увидишь. Тут вот уровень понимания самого учителя. Ну и, конечно, ну а дети, а что с детей взять? Дети впитывают то, чему учит наставник. И вот, вот еще один такой пример. Это тоже вот то, что в конце концов вместе со всеми прочими темными силами, с теми же раскольниками, поляками и со всеми теми, кто ненавидит русское православное начало, вот обрушились на главных героев, главных персонажей романа «Соборяне», и в конце концов все это кончается трагедией, трагедией всех людей, которым читатель уже преисполнен симпатии, так сказать, любви к ним, потому что это действительно замечательные, прекрасные люди. Но жизнь кончается их трагически, и прежде всего умирает вот соборный протопоп Савелий Туберозов, который, к слову сказать, был одно время и благочинным,
который был лишен своего благочиния именно вот за то, что слишком ревностно он боролся за православие среди вот тех, кто по отношению к православию был непримиримым противником. Да, вот, конечно, такой конец не мог принести никакой радости не только читателям, но и самому автору. А он не мог, как он сам говорил, писать иначе, потому что он так видел жизнь. Он видел вот эту самую, как ему казалось, мертвящую сторону такой официальной, казенной церковной жизни. И то, что было заложено отцом, где-то, может быть, вот как еще какое-то семя непроросшее таилось в сознании или подсознании, и то, что он вынес из собственных наблюдений, вот все это, в конце концов, и определило то, что Лесков в своем зрелом творчестве, вскоре после романа «Соборяне», становится противником церковной жизни вообще. Он по-своему искренне полагал, что церковная жизнь – это жизнь мертвящая, подлинное движение человеческой души. Без церкви не только можно обойтись, а лучше обходиться без церкви. И вот это как бы главная ересь Лескова. Он сам себя позднее стал называть ересиарх ингерланманский и всея Руси. И надо сказать, что вот это и было главной ересью, но об этом речь впереди.